у нас баночки укорененные черенки. Это все один сорт. Единственное, что вот эти с корешками укоренялись в воде, а вот этот связанный пучок стоял во влажном торфе. Неделю назад я его переместила в воду, но никаких корешков здесь не случилось. Мы видим только вот такой толстый каллус. Перегрева тоже никакого абсолютно не было, и те и другие черенки стояли при обычной комнатной температуре совсем рядышком. Тем не менее, вот в воде корни есть, а в торфе корней нет. Ну, вон один. Один есть какой-то маленький корешочек. Это все, опять же, один сорт винограда. Все условия были одинаковые. То есть среда укоренения очень сильно может влиять на результат. Ну, почки тут тоже такие себе слабенькие. А в водичке вот такие уже красивые распустившиеся зеленые листики. Вот еще раз крупно покажу. Здесь лучше видно, чем в банке. Вот такие корешки у нас образовались в воде. А в торфе не образовались совсем.